Здравствуйте, я представляю вам кровать Лайма. Надежная, практичная, в скандинавском стиле. Изголовье – это объемная, мягкая подушка с декоративным кантом. Скандинавский стиль подчеркивают высокие, прочные буковые ножки. Это не только красиво, это легкая уборка под кроватью. Ножек у кровати 4. Это означает, что изголовье не опирается на пол, и вы можете придвинуть кровать вплотную к стене. Плинтус мешать не будет. У кровати Лайма мягкие, закругленные, травмобезопасные царги. У всех кроватей Армос в варианте с подъемным механизмом всегда две ручки для легкого и безопасного подъема основания. Бельевой ящик очень практичен, в нем отсутствует поперечная перегородка. И это означает, что можно размещать большие габаритные предметы. Газовый амортизатор или газлифт, как его еще называют, от надежного проверенного поставщика. Срок службы не менее 25 лет. Донышки изготовлены из МДФ толщиной 10 мм и выдерживают нагрузку не менее 50 кг. Рама основания цельносварная. Такая конструкция исключает скрипы и очень долговечна. Упругие березовые ламели усиливают анатомические свойства матраса. Крепления ламелей накладные. Это означает, что в раме основания остается максимальное количество металла. Это прочно и надежно. Все части кровати крепятся на мощные металлические болты. На те из них, на которые опирается кроватное основание, наклеивается фетровый демпфер для предотвращения стуков. Убраться под кроватью очень легко. Берем переднюю часть донышка, поднимаем, сдвигаем к изголовью, убираемся в этой части кровати. Оба донышка сдвигаем к изножью, убираемся у изголовья и потом возвращаем все на место. Легко и просто. Итак, кровать Лайма. Надежная, практичная, в скандинавском стиле.